женский семинар посвящен освобождению. Освобождению от тех деструктивных программ и установок, которые мы впитали из нашей семьи. Освобождению от тех блоков и травм, которые мы насобирали в своей жизни, в своих ранних любовных встречах. Первый день мы познавали женскую сексуальность, женская сексология, как устроено мое тело, как устроена моя сексуальная энергия. Так, чтобы раскрыть именно свою уникальность, какая я в основе своей сексуальной энергии, чтобы дать ей свободное течение. Второй день был посвящен мужской сексуальности. Мужчина, как он устроен, и как я могу помочь своему возлюбленному раскрыться в своем потенциале. А третий день мы посвятили интимной близости. Как сделать интимную близость так, чтобы она стала мощной, глубокой энергопрактикой, после которой оба партнера возвышаются, обогащаются, когда каждая клеточка тела наполняется энергией, когда блестят глазки, румяные щечки, когда хочется творить свою правду, хочется раскрывать свое творчество, свой поток. Все ладится, на все хватает силы и энергии. Это мы берем из глубокой интимной близости с возлюбленным. И как это сделать, мы познавали в рамках женского семинара. И это было бесконечно красиво видеть, когда в коронной практике в конце третьего дня я увидела лица девушек. Боже, они так отличались от тех лиц, которые пришли в начале. Они сияли, они преобразились. За эти три дня мы прошли такой красивый путь. Мы выходили с раскрытыми крыльями, с сердцами и сияющими глазками. Именно такая женщина должна быть в своей природе. Легкая, радостная, раскрытая, мягкая, любящая. Присоединяйтесь. Мы рады этому движению открытия женской сексуальности.